Эта закуска подойдет людям, придерживающимся здорового питания, и вегетарианцам. Изюминка этого рецепта, конечно, заключается в соусе. Заходите и смотрите рецепт. Предлагаю приготовить вкусную и легкую закуску. Редьку дополним ароматным соусом. Во время приготовления соуса, по желанию, можно добавить чесночок. И зелень может быть любая. 1. В чашу блендера положите все ингредиенты, кроме редьки. 2. Измельчите до однородного состояния. 3. Редьку почистите и нарежьте кружками. 4. Подавайте редьку с соусом. Приятного аппетита!